В начале выпуска о ДТП в Чебоксарском районе. Авария произошла на трассе между Кугесями и Новочебоксарском. По предварительным данным, водитель «Лады Калина» совершал обгон по встречке, не рассчитал дистанцию и не смог завершить маневр. Зацепил попутный внедорожник. От удара машину выбросило под встречный КАМАЗ. Удар был страшной силы, машина превратилась в груду искореженного металла. Водитель «Калины» погиб на месте. Ему было около 50 лет. Обстоятельства ДТП уточняются.